Улица Маковского, 16. Через систему «Добродел» прилетела жалоба на яму во дворе. Работают дорожники Одинцовского горхоза. Первым в дело вступает фронтальный погрузчик. Универсальный агрегат, одна из возможностей которого – подвесить фрезу. Чем-то она похожа на бормашину стоматолога, будто снимает кариес с асфальта. Яму прочистили, теперь из такого небольшого ковша края тщательно заливают битумной смесью. Ее задача – приклеить новый асфальт к старому. Если в шов попадет вода, это сведет на нет всю проделанную работу. А теперь самое главное. Из грузовика сгружают асфальтовую смесь и ее аккуратно выкладывают в яму. Лучше всех в этом деле Алексей. Он чувствует смесь и точно знает, сколько миллиметров нужно оставить для утрамбовки. Это мой коллега, он равняет. Он равняет асфальт, чтобы когда будет потом трамбоваться, чтобы он не был ни выше, ни ниже, а был в уровне с полотном, со старым. Ивану Михайловичу 63 года. Самый авторитетный в этой бригаде человек. Полжизни работал моряком. Говорит, обошел всю планету. Теперь помогает ходить и ездить другим. Говорит, очень приятно, когда люди подходят и благодарят за работу. Ну, как авторитет? Просто, может, года немножко не те. У нас много молодежи есть. А мы постарше немножко, поэтому, наверное, и авторитет. Аномальная жара тормозит работу. Свежий асфальт требует дополнительного охлаждения, чтобы первая же машина не оставила колею. Ну и, конечно, очень тяжело людям, особенно кто работает на кузове. Ну, просто человеку тяжело. Температура асфальта под 200, а в кузове нет ветра. И, ну, конечно, людей приходится чаще менять. Яма на Маковского около 7 квадратов. Одинцовские дорожники своими силами могут залатать повреждения полотна до сотни квадратных метров. Иногда их расстраивает, на какие маленькие объемы их зовут. Буквально на трещины. Ты приезжаешь, а там большая яма. Ты ее устранил, ты понимаешь, что ты сделал, ну, реально что-то хорошее для людей. Чем вот, ну, заниматься, потому что кто-то вот считает, что, ну, вот с этой трещиной ему не живется в асфальте. С апреля – начало сезона строительных работ. В Одинцово проведено почти 1000 таких ямочных ремонтов. В полтора раза больше, чем в прошлом году. 7 квадратов на Маковского закрыли меньше, чем за час. И следующий адрес. Василиса Ивашкина, Тимур Гасин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».